Некоторые автомобилисты паркуются прямо на остановках, мешая тем самым проезду автобусов и маршрутных такси. Чтобы напомнить владельцам авто о правилах дорожного движения на остановочных пунктах, сотрудники администрации округа совместно с инспекторами отдела ГИБДД и представителями административно-технической инспекции провели рейд. Профилактическое мероприятие состоялось возле железнодорожной платформы «Воронок». Много поступало от жителей жалоб о том, что общественный транспорт не может припарковаться и произвести загрузку наших граждан. По этой ситуации совместно с ГИБДД была проведена рабочая встреча и отделом безопасности территориальной сегодня проведен рейд. Сотрудники госавтоинспекции провели с автомобилистами разъяснительные беседы, напомнив им, что парковаться на остановках строго запрещено. Если водитель нарушает правила, на него составляется административный протокол. Также в ходе профилактического мероприятия проверили и работу таксистов. Оказалось, что не все ведут деятельность легально. Были выявлены и составлены административные протоколы на граждан, которые занимаются частным извозом. Данные автомобили не предназначены для использования пассажирских перевозок. Нарушая правила установленной перевозки, водитель рискует оказаться в невыгодном для себя положении. Помимо штрафа, нелегальному таксисту грозит отправка на штрафстоянку его авто. Вот такой весьма неприятный итог. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.